Всем добрый день или добрый вечер. Сегодня я вас приглашаю посетить наш московский зоопарк, погулять по нему, посмотреть наши красоты, тем более это касается людей, которые не проживают в Москве. Вот. Меня зовут Ольга. Поехали. Пойдем дальше. И вот наконец-то мы увидели. Красота. Так, братан, давай поворачивайся лицом. Ну. Цыпа. Да курица стоит, даже не реагирует, да? Ничего. Сюда подойди, вот сюда вот. Да, не тебе, а ей говорит, сюда подойди. Нам давай, 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 давай. Сюда, куда к нам иди. Давай, давай. Come on. Хвостом пойдем. Не понимаю. Вот сюда. И сюда. Это все уже достаточно. Ну, да. Есть еще один красавчик. Козлики. Нет, смотри. Козлики. Мини-козлики. Козлики, раскрыли. И красивый. Вот такая природа существует. Смотри, какой олененок. Бегает, прыгает. Бегает маленький вон, смотрите. Кому подошли? Это черная антилопа. Черная антилопа. Ты на мишку-то смотришь? Смотрите, какой красавец. Ух, какой. Винторогий. Козел. Козел. Посмотрите, какие рога красивые. Это просто искусство. Какое сочетание искусство цвета. Природы. Посмотрите. Искусство природы. С камнем. Он просто подходит под природу. Под эту. Под этот окрас. Как вообще он сидит без золота, смотрите, прям весь старец, мудрый. Вожак. Пока там всякие малявки кушают, пьют. Оптеньки.
очень красиво. Мама, ты что? Это морда. Ой, какая ты Вон какая-то гигантская. Вон гигантская. Даже очень смешно. Ой, тут камень двигает. Смотрите, это детеныш маленький, а большая сидит там, спрятана в стеночке. Они оттуда пришли. А вон еще один ползет, еще двое. Ля, как он их, да? Смотрите, Тут короче пошел сразу спать. Жадину, что ли, набрал на себе? Мне понравилось.
в зоопарк. Ребят, вот мы подошли к жирафику. Вот смотрите, вот он жирафик. Вот он. Красавчик. Длинненький. Как он? Красивый. Там вдалеке еще есть зебра, страус. Страус. Клаус. Так, тут через сетку плохо видно, пойдем дальше. Вот он. Позирует сюда, смотрит на нас. Видите, какой красивый. Красавчик. Хвостиком. Хвостиком машет. Важно вышагивать на длину круга. Зебри. Смотрите. Смотрите. Полосатый. Очень красиво. А зачем нам? Вот она природа. Армина, гранатовый бургерки. Можешь как больше делать? Спасибо. Собрались. Пихают в тенечки. Угу. Очень красиво, какая-то. Цифры называются. Колокольчик идет. Цифра старше. Подошел главный. Папа!
А этот кого-то поймал. Да не, ну камень взял. Посмотрите. Илья. Мам, дай мой блокнот. Крутые, да, они? Кто это? Кавский рогатый ворон. Прикиньте название. Не выговоришь? Угу, кавский. Но они очень красивые. Ну, посмотрите, какая красота. Какую-то свою клювик, мордочку наполовину. И отдыхает. Теперь на шее на журавль. Адский кондор. Кондор. Адский кондор. Адский? Да. Прикиньте. Красявый. Вот его обидчик. Вам покажу. Какое сочетание цветов. Ну, просто не увидела. Смотрю, сколько здесь этих мышей валяется. А, точно. Ой. Не видел, что ли? Ребят, посмотрите. Жертва, это все жертва. Ужас. Смотри. 80-95. Побоище бы. Мышиное. Боже, фу. Ну, он один питается. Да, ничего страшного. Вот смотрите, какой он здоровый. Вот тут не обидит. Вот, смотрите. Угу. Овцы бык. Наблюдаем мы еще одну красоту. Грациозно сидим, ровно спим.
Хищный взгляд, хитрый. Длинные усы. Ушки на макушке. Как вам такая красота? Вот еще одна красота. Спит, отдыхает. Подошли к тигру амурский тигр. Подожди. Спит, отдыхает. Вот такая вот пища. Ой, вам на конечно, стекла здесь не очень. Вон, смотри, Маша. Видишь, какой папа тебя зовет. Вроде не жарко, не жарко. Видишь, какой? О, глазка не смотрит. Ну-ка, давай сюда. Куда смотришь ты? С собой любуешься, нарцисс. Смотрите, какие классные. Как называются они? Фламинго. Фламинго. Ребята, так что смотрите. Красота. Можете помолчать? Не помолчать? Он в воде сделал, просто вот так. Я уже снимаю. В воде красавчик. Там он. Жует. Вот он там. Моросит. Моросит, моросящий. Смотрите, как красавцы перемены. Обалдеть, девчонки. Вот такие вот пивнички находятся здесь. В этом. Ну, мы пойдем дальше, потому что есть еще одни выборы. Пингвины. Знаете, какой-какой. Пытается сейчас нырнуть. Фу. Ну, видишь, такая. Давай, наверное. Дальше чем видео. Идем дальше. Вот они, самички. Да, мы поймали. Маша, это я. Стоят трое, даже четверо. Тише, 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 тише,
самки посмотрите. Ребят, все, кто не может следить за бабой, вот, пожалуйста, смотрите. А если вы говорите, у них, кстати, такая тема, что самка откладывает яйца. Очень-очень. Четыре самки больше, по-моему. А, нет, два кипа яйца, они на сижу, родители. И сменяются через каждое. И так, и так.